В здании городской централизованной библиотечной системы прошел литературный вечер. Познавательное мероприятие было посвящено 125-летию великого писателя Мухтара Уэзова. Он родился в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. После себя оставил богатое творческое наследие. Его роман «Путь Абая» – самое известное произведение казахской литературы. На литературном вечере ученики и студенты читали стихи писателя. Цель мероприятия – укрепить литературно-духовную связь классика с молодым поколением, популяризировать наследие и творчество Мухтара Уэзова.